С инициативой установления мемориальной доски в честь Юрия Сафонова выступили местные жители. Памятный знак размещен на фасаде здания колледжа. Право открыть доску было предоставлено жене и сыну Юрия Александровича. Почтить память Юрия Сафонова на торжественном митинге собрались первые лица города, коллеги, близкие, друзья и, конечно, студенты колледжа, которому столько любви и сил Юрий Александрович отдал, находясь в должности руководителя учреждения. Сегодня очень символично открытие доски памяти 12 апреля. Ведь в этот день человек достиг высшей точки над землей, и наш Юрий Александрович Сафонов также достиг высшей точки авторитетности, профессионализма, уважения. Юрий Александрович работал в Уваровском химическом колледже со дня его основания, а с 1990 года был его руководителем. Благодаря усилиям директора в 1994 году на базе колледжа был создан физико-технический лицей для одаренных детей города. Немного позже – филиал Московского университета статистики и информатики. А в 2002 году еще и филиал ТГТУ. Друзья вспоминали, каким внимательным человеком по отношению к окружающим был Юрий Сафонов, который променял блестящую карьеру ученого на труд простого педагога, а затем и руководителя техникума. За многолетнюю педагогическую работу и большой вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов Юрий Александрович был награжден почетной грамотой Министерства образования России, нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации» и многими другими наградами. Я хочу сказать, что вот его такой человек был, что его эмоциональное поле до сих пор ощущается для всех нас. Он был лидером, сохранил наш корабль в такой ответственный момент перестройки, когда многие закрывались. И вот единственное, что еще хочу сказать, что он для меня лично такое впечатление, что вот сейчас где-то за углом стоит, подойдет, обнимет, скажет что-нибудь хорошее. Поэтому, мне кажется, он был последним рыцарем нашего дома под названием Уваровский химико-механический техникум. За плодотворную общественную работу, значительный вклад в развитие образования города в 2011 году Юрию Сафонову было присвоено звание «Почетный гражданин города Уварова». Не остался равнодушным Юрий Александрович и к законотворческой работе на благо родного Уварова. Его авторитет позволил быть избранным в городской совет народных депутатов. Это был такой надежный человек. Конечно, мы все дружим, у нас есть друзья, и мы к ним хорошо относимся. Но для Юрия Александровича, друг ли, не друг ли, просто человек перед ним. И это уже о многом говорит. Он никому не отказал. Завершилась торжественная церемония возложением цветов к памятной доске. Галина Зайцева, Елена Чирыкова, Виктор Викторов, «Наш город».